Красивый автомобиль, не правда ли? Да, Китай сейчас прет и всех дерет. И начал драйвинг с Олимпиады обыкновенной, закончил потрясающими результатами на Олимпиаде Паралимпийской. Китай дерет уже практически все самосвалы, произведенные на большей территории, чем Европа, допустим. Это Евразия. И вот вы, если внимательно посмотрите на дороге города Магнитогорска, то увидите, что все Хова, Донфэнги сейчас очень-очень хорошо перевозят крупногабаритные грузы, потому что 25 тонн – это вам не 17 КАМАЗовских. Да, есть еще КАМАЗ, это я хороший КАМАЗ взял. Обычный КАМАЗ там 10-12. Сюда пригрузили и поперли. А что такое Китай? А вот вам ответ. Китайская национальная компания по производству крупнотоннажных грузовиков стартовала в 1935 году. О как! Располагается она в Джиангчжоу и имеет подразделение Синотрак. А в 1956 она и начала работу по созданию крупнотоннажных агрегатов. Как вы тогда и понимаете, и Россия, и Китай дорог-то вообще не имели. Но сегодня Китай имеет гораздо большее количество асфальтовых дорог, чем Россия. Извините, но вот такое производство. Далее будет совсем интересно. Если есть желание, можете проехать туда, где все делается. Так вот, наисовременнейший завод вы можете посмотреть изнутри. То есть везде, где производятся грузовики, есть специально застекленное пространство для вас, господа. И вы все поймете. Теперь о том, как делается Хова. В этом грузовике все супер. Ну, не Америка, естественно, там все для водителя. Здесь водителю тоже уделяется внимание. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы как и для Америки, но не так. В остальном все супер. К слову, для кого супер? Для Венесуэлы. И мы вам грузовики, а вы нам нефть. Венесуэла стоит на 8-м месте по переработке топлива. А по количеству нефти, так это вообще круто. А мы так вообще. К слову, о России. Мы вообще в какой-то попе. К слову-то, зачем нам наша нефть нужна? К слову о том, зачем нам такие ценники за доллары? К слову о том, почему в России в таком странном положении? Ну да ладно, не про это. А так, все, что нужно и нет для америкоса, там есть. При этом Китай любит своего производителя. И все, что для Европы и для Америки, там есть. Все, все, все. И автоматы, и дивные дизеля, и по сути. Цена 2 миллиона 700 тысяч рублей. Так, давайте про ман поговорим. Так вот, цена на ман 8,5 миллионов рублей. Вопросы есть? Блин, да купите себе 3 новых Хова. Поставьте нормальных водителей, не дебилов. И зарабатывайте деньги. К слову, о продолжительности жизни. И по сути, и то, и другое может существовать долго. Только вот цена, и это главный козырь для Китая. И доступность запчастей.